Ребятки, снова здравствуйте. Вы меня не ждали. А за мной Гюзель. И мы едем на ярмарку. Вот. Едем на первую мою ярмарку летнюю в этом году. В Партёре, возле моря. Недалеко от Крагера. Вот. Машина забита. Всем чем угодно. Надеемся, назад повезем 3 килограмма денег. Да, надежда, как говорится, последняя. Немножко дороги снимем, так сказать, чтобы выстроить кадр. Красоты. Тут у нас водичка. То мы ее заснимем. Белочку придавили. Вот сейчас бедных белочек, птичек. Это вообще просто так. Еще и от жары, и что-то это, видимо, тоже такие же. Водичку поснимаем. Шермут нурест. Свернули на дорожку, на опасную дорожку в Партёр. Вот, она вся такая витиеватая на одну машину, поэтому тут надо ехать очень медленно и очень осторожно, потому что машинки прям вот тюпочка в тюпочку проезжают. Вот, он наш Суммермаркет, светится реклама изо всех сил. Что едем, 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 едем. Вот мы уже почти подъезжаем к месту нашего назначения. Еще каких-то пару минут. И будем на месте. Назад. У него места много. А я никуда назад не въеду. А ты не можешь? У тебя сзади машина. Меня некуда. Вот и пускай заезжает туда. Сюда. Да, вот так вот. Вот так вот. Действительно, тут еще со своим этим самым тарантасом для лодки. То хочешь, не хочешь, а? О. Om 200 meter vill du se reisemålet till höyre. Подождем. Пускай. Дедусик. Дедусик, дедусик. Ой, какой дедусик тут нам встретился. Вот никогда не знаешь, кого встретишь по дороге. Так, ну, в общем, вот наша эта самая точка. Точка G наша. Будем испытывать экстаз. Это место нашей ярмарки. Тут же народ уже готов изо всех сил. Так, вот я где-то должна, где-то вот тут должна стоять. Райсмола, а til høyre. Сейчас мы поставим все это где-то вот тут должно быть. Сейчас мы поставим где-то тут. Пока так. Все, приехали. Вот. В общем, короче говоря, приехали с Гюзель. Выложились. Теперь разложиться и все. Вот.
наша ярмарка. Я припарковала машину. Гюзель со мной за компанию сегодня. Посидит чуть-чуть, а потом пойдет на море. Наслаждаться и загорать. Такие вот дела. Вот все мои манатки. Сейчас будем ставить палатку. Радость-то какая. Вот. Такое дело тут у нас. Сейчас вот подумаю, куда бы поставить, чтобы это дело нас заснять.